Друзья, едем баню идем, к сестре, второй сестре. Баню. У них две. Баню. Вот. Как же у нас много снега навалило-то. Очень много навалило, да? Ну что, как тебе прикид твой новый? Ну, как холодно на улице, плюс, да, плюс два. Да, все плюс пять, блядь. А че маты ругаешься? Ну, что-нибудь скажи. Что сказать? Зима, вторая зима уже, наверное. Манженниках? Или третья зима. Свет выключили, да, Денис? Да, выключили. У тебя тут, Вань, кто на тебя включил? Вот снег чистит. Вот дядя снег чистит. А мама ждет карету. Чистую, теплую, уютную. Да? Смотри на меня. Да. Ладно, мы поехали, друзья. Вообще. Друзья, приехали к сестре. И тут завал снега. Так что? Очень много снега. Машинка стоит, которая нам мешает. Здесь живет моя сестра. Сейчас пойдем мыться в баню и пить чай. Раз, два, три. Приехали к сестре. Вот пирога. Мама с пироги спекла. Вкусные. Или пицца у тебя что-то? А, пироги, вот пицца. Вот там, вот, ой, господи. Там пицца, здесь пироги. Вот идет. Такая вся красивая. Ой, кто там лает? Господи. Привет. Что лаешь? Что-то нас не встречают, уже бани моются вовсю. Ну конечно, время-то идет ведь. Олег, дядя Олег идет, тащит вещи тоже. Машина стоит. Так, в какую сторону дверь открывать? Вон там. Это та Кристина там. Крысята орут. Что такое? Что? Лаваня! Лаваня! Ты моя девочка, ты моя девочка! Что? Лаваня, Лаваня, девочка, ты меня узнала? Ты меня узнала? Нет? Не узнала ты меня? Ты кто? Ты кто? Это моя собачка любимая, ей 10 лет уже, друзья. Ты моя сладенькая. Привет, 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 привет. Ты моя радость. Лаваня, иди сюда. Иди сюда. Ты меня не узнала? Старушка моя. Все, замолчите оба. Трое. Все, замолчите. Все, Лаваня. Так, мама, открой две, пожалуйста, мне. Хватит, все. Ой, кот Мин-кун. А что орешь на меня? Лаваня. Лаваня. Что? Девочка моя? Ты замерзла, да? Ты за мной замерзла, девочка моя. Ну что, что? Старушка. Старушка моя, старушка. А что? Ты тоже хочешь посмотреть на камеру? Тоже хочешь смотреть на камеру? Да? Ты сын? Ты сын Лавани, наверное, да? Ты сын Лавани. О, ты мой хороший. Мой хороший. Лавань. Лавань, сейчас тебя поглажу, сейчас. Так, друзья, мы зашли, значит, в дом моей сестры. У нее пятеро детей, да, пятый ребенок вот-вот уже появится, скоро выйдет. Ожидают мальчика. Да, вот. Тут вот ее дети, это вот старший. Никита, на меня посмотри. Вот это вот Никита, как? Я Диана. Диана, я даже уже имена забыл. Вот. Здесь, значит, телевизор, здесь все шикарно, ковры. У меня ковров нету. Так, вот такой шикарный диван я уже вам показал. Ремонт такой шикарный. Так, идем, значит, в комнату. Так, комната. Двухспальная кровать. Там кошка ободрала обои. Скотиноза такая. Тут дети рисуют какие-то рисунки. О, вообще... Просто шикарно.
тут у нее вот печка-камин. Печка-камин у нее. Вот печка-камин обогревает весь дом. У нее газа нету. Тут уж какие-то надписи. Какие-то надписи вот тоже дети нарисовали, написали. Так, идем в другую комнату. В третью комнату. Заметьте, третью комнату. Домик-то небольшой. Тут три комнаты, четыре. Тут еще кухня. Так, комната три. Тут тоже вот, значит, кровати. Ну, тут для детей. Детская. Тут тоже шифонер такой большой с зеркалами, значит. Так, тут компьютер. Я так не живу, а? Ну, вообще, ну как? Я в шоке просто. Она мне все ноет, ноет. Не хватает денег, не хватает денег. Ага, не хватает денег. Вы видели апартаменты какие вообще? Ну, так не все люди живут. Так, это а вот... А печка чего стоит? Да, вот, вот печка какая. На этой печке и кушают, варят, и дом отапливают, значит, и обувь сушат, и одежду сушат. Просто. Да. Тут кухонька, естественно, такая вот тоже шикарная. Дядя вот мне там кушать готовит, себе, мне, всем чай пьет. В общем, вот так вот живет моя сестра. Вот так вот, такие вот пироги, значит. Пироги сейчас будем есть, пиццу будем есть, моя мама спекла. Вот так вот. Вон сидит, улыбается, такая радостная вся. Никита, это бабушку не целуюсь. Я уже целовала. А я не видел, давай еще раз целую. Я захожу и все. Вот молодец. Вот так я теперь увидел. А ты что сидишь? Вот молодцы. Отусили, один за компьютер, другая телевизор. Как так? Так нельзя. Бабушку надо целовать с дедушкой всегда. Вот. Такая дружная семья у нас. Скромно и со вкусом. Так, друзья, вот мы будем сейчас кушать пиццу, значит, мамину. Мама испекла пиццу. Такая красивая, очень вкусная. Мы уже первую уже пиццу съели. Это вторая пицца. Тут пирожки, покажи пирожки. Пирожки. Сыр. Сыр, да, вот пришел. Дядя мой. Не надо орать. Тут орешь. Вкусные тоже. Пирожки в сладкие. Друзья, объедение. Просто объедение. Палец, засыпь там. На. Мам. Ай. Тёма, скажи. Всем привет, передай, скажи. Всем привет, передай. Посмотри на меня. Привет, скажи. Всем привет. Привет. Друзья, иду в баню. Там шампунь, только Хрюша. Ну, значит, Хрюша. Лаваня! Лаваня, моя девочка, ты моя девочка. Это моя девочка, моя собачка. Пойду в баню, пойду. Лаваня. И все. Лаваня. Уж. Да, Лаваня? Да. О, такая баня, значит. Тут тамбур. Тут еще один тамбур. А там внутри баня. Все. Так. Все, пойду. Мыться. С легким паром мне. Мыля Пурнестан. Лайк веси. Чем мне возомало? Кала хоть ими? Кала ви хоть ими, кала? Я говорю, что могу. Что я говорю, приказать с кем есть, хоть бы я с кем есть. Вот, чтобы кем-то,